почище, чем то место. Мы в те года там же рыбачим. Я просто знаю это место. Ну, здесь нормально. Там здесь яма хорошая такая. Здесь сазан-то будет 100%, он плещется. Всем привет. В общем, сегодня мы приехали в низовье реки Или. Эти места славятся тем, что рыбы здесь полно. Причем ее здесь полно круглый год. Со спутника эти места выглядят вот так. То есть полно мелких каких-то озер, куча различных проток. В общем, это дельта реки, даже немного похожа на дельту реки Волга. Так как рыба здесь водится разная, и пока что еще неизвестно, какая здесь в это время сейчас рыба будет самой активной. Ну, понятно, сазанчик, карасик, воблы, это будет здесь клевать постоянно, чуть ли не круглый год. Но также хотелось бы половить белого амура, змееголова, ну и судака с жерихом тоже. Но так как сейчас очень сильно упал уровень воды, на самом деле сейчас неизвестно, будет здесь сейчас хищник активный, нет, если он вообще сейчас здесь или ушел куда-то в места с сильным течением, потому что здесь в этой протоке практически нет течения, и здесь в основном сейчас карась, вобла, сазан присутствуют в больших количествах. В общем, я как всегда буду пробовать ловить различную рыбу, все, что будет ловиться, буду пробовать ловить, что из этого получится, вы увидите в этом видео. И, возможно, это видео даже будет состоять не из одной части, потому что здесь рыбалка, в принципе, всегда есть. Но, думаю, первым делом я возьму спиннинг, поплавочку и буду пробивать, какая рыба сейчас активна. Где-то закормлю, может быть, чуть-чуть, и буду пробовать ловить. Все, поехали смотреть. Всем приятного просмотра. Для начала сейчас пойду попробую на поплавочку, на кукурузу половить. В эти места я и езжу, в принципе, за такой рыбалкой. То, что здесь можно сазанчика на поплавочку ловить. Буду использовать сейчас пока такую удочку с таким огромным поплавком. Там другая у меня уже на берегу есть собранная подобного типа. Это я готовил для рыбалки на течении. А вообще, сейчас соберу нормальную удочку чуть попозже с нормальным поплавком. И будем уже красиво снимать, ловить. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, для начала буду пробовать вот такой огромный поплавок. Удочка вот такая жирная, китайская. Ну и обычная кукуруза. Крючок пока маловатый, конечно, на сазана. Вот так вот будет это все выглядеть. Маленький крючок и огромная кукуруза. Пока, в общем, отдыхаю с приезда. Потому что дорога здесь не ближняя. Будем пробовать вот так вот ловить на огромный поплавочек. О, сазанчик. Вот за это я люблю эти места. То, что здесь можно на поплавочку сазана ловить. Вот такого вот. Ну, это мелкий, конечно. Но все равно интересно. О, сарделька. Сейчас сплаваем, посмотрим, как змей на самом деле будет брать. Я взял и свою лодку тоже. Завтра с утреца хочу прокатиться здесь, потихоньку проплыть, порыбачить. Смотрите, а что здесь есть. Ракушка вот такая огромная. Живая. Внутри там все как положено. Не откроешь ее. Положим вот сюда в воду. Посмотрим, что будет делать. На, змея, принимай.
А кто это? Змей, конечно. Не-не-не, только не это. Красавчик. Ну хоть что-то. Уже интересно. В общем, решил не тянуть, накачал лодку, потому что я сюда с берега бросаю очень частые выходы змея, но без результата, в частности, потому что, видать, змей мелкий. Сейчас хочу сплавать по вот этим кушарам, побросать. Может быть, и крупный тоже здесь где-то стоит змей. В общем, выплыл чисто на змея пока. Вот здесь вот его полно. Но пока только одного поймал. И несколько сходов было. Уже наметил, где буду ловить сазана. Местечко такое нашел интересное. Но сейчас первым делом змей. Здесь мелкого очень много, поэтому как бы поклевки-то есть. Но смысла немного. Лягушка довольно крупная у меня. Вон, чайка хочет схватить лягушку. Здесь вижу, змееныш стоит левее. О, есть. О. Первый заброс. Ну, такой не самый мелкий, конечно. Но мелкий. Мелкий, как ни крути. Вот такой вот звереныш. О. Вон там он. Вижу. Сейчас попробуем привлечь его внимание лягушкой. Он, видите, там плещется. Опять-таки, это весь мелкий змей. За сегодня у меня только один крупный клюнул. Остальные все. О, поплыл на лягушку. Не. Не берет. Мелочь, скорее всего. Оп. Видели? Вообще мелкий.
Ему эта лягушка, там, блин, ну, может, в рот и поместится. У змееголова огромные пасти, даже у маленьких. Но все равно не заглатывает. Мне интересно, сколько он еще раз будет атаковать лягушку. Потому что на каждой проводке он стабильно атакует. А вот и все. Перестал. А нет. Опа. Это, видать, мелкий. Он ее бьет прям по несколько раз. Ух ты, а вот это уже покрупнее. Оп. Вот это промах. Взял. Опа, есть. Блин, сошел. На таком расстоянии сложно просечь просто. Очень далеко. Взял змей. Есть. Блин. Не. Опять. Есть. Опять ударил. О, на этот раз есть. Ну там его много. Это не то, что один и тот же несколько раз бьет лягушку. Это просто их там стая целая. Мелких стоит. Вот таких вот. И они там по очереди нападают. Ну ладно. Крупняка будем плавать искать. А пока вот такие вот. Просекаются хорошо. О, давай, сваливай. И змей довольно активный. Недавно я ездил на водохранилище, тоже пробовал ловить змея. Так вот, я там весь день проплавал на лодке. Змея много, как бы его видно. Он шугается лодку, все. Но атак не было вообще. Единственная атака была за весь день. И вот я одного поймал. Крупного такого змееныша. Ну и то, поймал я его за пузо. После атаки это единственный. И все. Я, если честно, думал, что, может быть, и сюда мы приедем. Здесь тоже змей будет неактивный. Но нет. Здесь, о, подплыл, но не ударил. Здесь он хоть и мелкий, но очень активный. Дэн, трофея взял. Ну-ка покажи, сколько кило? Два 500, три. А я здесь мелочь гоняю.
Ну, вот такой вот клюет, он, конечно, сразу клюет. Без разговоров. Так, подкачал лодку. Взял поплавочку. Сейчас пойдем вот сюда. Коряжнику встанем. И будем на поплавок ловить. Вообще, пока сегодня вот так вот ближние места пробиваю. А завтра уже начну подальше заплывы делать. Так. Сейчас быстро посмотрю, какая здесь глубина. Надеюсь, 5-метровой удочки мне хватит. Так. Как я предполагал, глубина здесь 5 плюс метров. Неизвестно точно какая. Он практически во всю удочку выставил глубину. И поплавок поднимается. Будем ловить на такой глубине. Ничего не поделаешь. Ближе ко дну, видать, не получится уже опустить. Не думал я, что здесь будет больше 5 метров глубина. Но, тем не менее, она такая здесь есть. Будем ловить как есть. Ничего страшного. Думаю, сазанчик и на такой глубине может взять. Вот, кстати, сразу же поклевка. Пока неизвестно, кто это. Но это не сазан, по-моему. Сазан все-таки он более мощно клюет. Либо карась, либо вобла. Так. Рыба к вечеру активно плескаться начала. Карасик всплыл. Опа, кого-то поймал небольшого. Ё-моё, карасишка. Вообще мелкий. Вот такой вот. Ну вот вам и снасть на крупную рыбу заточенная. Наверное, даже стоит 2 кукурузины поставить.
такой покрупнее чуть карасик. Но все же не сазан пока что. Такой вот. Сменил чуть-чуть точку. Здесь глубина не такая уж огромная. Все-таки сазан он ближе ко дну ходит. Поэтому я ее и сменил. Здесь, чтобы, в принципе, крючок недалеко от дна находился. Сейчас тоже здесь закормим чуток. Я уже чуть закинул кукурузы сюда. И первый сазан, вернее, это уже второй, одного же я уже ловил, только на другую удочку, не утопить бы еще один подсак, то мы как-то с дядей Толей один уже утопили, так тоже с лодки сазана ловили, ну, не крупный, мелкий такой сазанчик. Для удобства под саком ловлю. И кто знает, может кто и покрупнее наклюнется. Но если сазанчик подошел, уже хорошо. Вот такой вот мелкий. Есть еще один сазанчик. Пока непонятно. Ну, тоже, да, мелкий. Не крупный. О, за пузо поймал. Ничего себе. За плавник. Их здесь на самом деле полно. Очередная поклевка. Вот это кайф. Вот это рыбалка. Такой чуть покрупнее, но
все же мелочь. Все же это мелочь. Это не сазан. Мелочь, мелочь. Вот такая вот. Но поклевывает. Уже интересно. Долго я сейчас ждал поклевки, потому что я делал такую огромную кукурузину. Я клюнул карась все равно. Я думал, что все-таки уже подошел сазанчик. Огромный карась. Да вот такой вот неплохой карасек. В общем, поплыл чуть-чуть на разведку. Сейчас проплывусь, посмотрю, что да как. Вот такие здесь берега. Вода сильно упала. Вообще вода должна быть вот по самой верху так. Видно, да, где она должна быть. Вот. Такой уровень здесь ушел. То как бы я вот 5 метров ставлю глубину и не достает дна. Здесь где-то с воды я посмотрел, есть заходы к воде. Думаю, здесь поставить закидушки. Местах типа. Да, можно поставить, немного закормить даже. Здесь и дальше там еще есть несколько таких мест. Вот здесь, наверное, поставлю закидушки парочку, а еще на течение увезу закидушки. Тоже, наверное, парочку. Ну и на Амура снасть поставить надо. Но это, скорее всего, все завтра будет. Сейчас посмотрим. Сейчас, возможно, пойду продолжу на удочку ловить пока что. Интересно, в такое время змееголов берет, нет? Заинтересовался. Ух ты, нападает. Только косой есть. Ага. Опять мелкий взял. Ну такой. Ну не мелкий. Более-менее такой.
Ну, все равно мелочь. Да не, наверное, поменьше. Но лягушку заглотил, блин. Чё такой счастливый? В мире животных снимаем. Ага. Так, иди смелее, не бойся. Зайчику будет набивать. Второй пошел. Смотри, шугнул, да, его? Этот побольше, видишь? Разборки у них. Ага. Моя куча. Не трогай. Короче, вот эти... Тоже за колесо, смотри, ага. Погнал его. Короче, они у меня прогрызли здесь все мешки. Ну, где кукуруза, там жмых у меня лежал. Все мешки погрызли. Я им взял, вот так насыпал, прямо так, рядом с машиной, где стою, чтобы им было что кушать. Чтоб по мешкам не лазили, короче. Вот они здесь питаются у меня. Там он тоже дрын какой-то торчит. Смотри, что-то шевелится. Это тоже какой-то зацепчик. О, вот оно, видишь. Что это такое? Да, это машина. О, машина. Есть? Да. Мелкий? Не знаю, пока. Змееголов, наверное? Нет, сон. Сон? Пока не вижу, но он что-то не совсем мелкий. Да? О, видишь? Ух ты! Ну, дергает резко, что-то, по-моему, мелкий. Нет, недавно, я закупался. А, нормальный, слушай. Да нет, не недавно попался. Там уже все разодрал себе. Оба-на! О! Мясо. Первый пошел. Смотри, какой рот, да, маленький у него. В прошлый раз, помнишь, мы ловили такого, ну, же. У него рот огромный был. А этот, ну, вообще какой-то странный головастик. Желтый. Блин, что такое? Тоже зацеп.
Блин. О, что-то есть, слушай. Есть. Балалайка, блин. Вон он, видишь, под корягу затащил. Стоять, дружочек. Да не успокаивай ты его, он недоволен. Да нажрался, что-то у него. Ага, полное пузо. Ой. Иди, наверное. Сама вот эта крутость очень много. Что-то непонятно. Как будто бы что-то есть. Как будто бы она там, да. Ага. Ага. Подожди. Дверь рядом поставил. Так, аккуратней. Чтоб крюк вот этот, смотри, не вот. Еле-еле-еле сидит на шкурке. Ага. О, видишь, как сидит. Сыпки жёлтые, красивые. Ага. Песочные. И вкусные. Вот самый размер. Килограмм по 6. Пока с вами разговариваю. Ай! Укусил? Ищи. Ищи. Ищи, ищи. Весь берег перерыли опять. Что там, ищи. Ищи, там точно что-то есть. А ты что не ищешь, тоже ищи. Давай. Там где-то он зарыл двух карасей. А, карасей зарыли? Да, вот здесь. Теперь откапываете? Где? Я просто не вижу. Где оно вообще? А, натянутый, да. Мелкий как, змей. Как ему карась его там ищу? Охренеть. Блин, караси больше него. Да ё-моё. Так, ну чё, надо её вытащить, да, корягу? На это бери, змеёныша. О, заглотил всё, капец. А щипцы взял? Да, тут щипцы толку. Да, проглотил жестко. А я к вам крючок видел. Ну, лежит же вдоль берега. Ага. Ну, тоже змеёныш, 100%. О, хороший. Хороший? Ага. Иди сюда. Хороший змей. Ну, такого, вот такого, блин, уже нормально. А тут самый
жрать нечего. Но этот точно проглотил по самые эти. Да, поводок короткий остался. Это все бесполезно, я тебе сразу говорю. Можешь даже рот не открывать. Сразу можешь отстригать крючок. Да. А, колючая какая-то фигня, ничего себе. Да, на каждой закидушке по змею. Но здесь по-другому и не может быть. Здесь его просто кишит вот в этих местах со стоячей водой. Вот он. Ага, сеть. Старая, пристарая. Ну, тоже, да, стояла. Блин, отрули от берега, не это, там просто камыши заживало. Это не серьезно. Мелочь. Проще на спиннинг. Да, таких на спиннинг быстрее надербанишь. Плыли охотиться на хищника. Поищем. Есть. Вел прям под берегом. Только с берега. Опа! Тоже. А может это змей был? Потому что, видишь, не это не просекается нормально. О, отстрел. Скорее всего, это змей был. Видишь, с берега упало. И он сразу взял. И вот так, видишь, крутить не будет. Тоже сомнят. Есть. Наверное, змей, да? Не, ну видишь, прям на падении ударил. На сама надо, нет нам? Нет? Нет? А вот у меня же есть, я взял. Большой, нет? А, не знаю. Вот только вверх по течению идет. У нас палка новая, я не могу пока понять. Не, нормальный. Покрупнее чуть-чуть. Новенького. О, хороший. На пожарку, да?
Ну ничего, палка, смотри, я думал, сопливая будет совсем. Нормально. Такой же. Помельче чуть-чуть. Помельче. Помочь. Очередного подсёк. Тянем, тянем. Ну они вон там, да, берут прям, где течение начинается. Как первый? Ты видишь, тут вода мутная, она яркая, видите? Ну да, такой, неплохой. Номер такой. Не понял. Это вообще не подъемный. Ну потому что в течение. Уперся. Крупный? Это, блин, реально он подъемный. Или он подбагрился? Ну может, да, подбагрил. Вообще он прям не идет. Ну видишь, она в течение бывает, он встает вот так вот. Как этот. Боком. Его фиг вытащишь. Так, на судачка, наверное, уже поздновато, потому что уже не утро. Ну давай посмотрим, кто там, поднять не можешь. Ну скорее всего, да. Похоже на то, ага. Промахнулся он. Да, уже успокойся. Вот тут там, умойся. Да. Заплавничок. Ага, прям заплавничок. Фотографируй. Я бы посадил специально. Пока-пока. Восьмерка на одну сторону. Не стиранится, да? Не знаю. Пока не тащил. На вечер перебазируем на сама. Что-то есть. Есть? Да, конечно, есть. Куда он здесь денется? О, оп, 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 оп. И карась. Смотри. Светленький такой. Карась, и карась внутри сидит. Да, она тут встала. Тварь, отдай. Палец. О, угу. Я уже вижу, опять, что поклевка есть. О, нифига себе попер. О, что-то крупненький походу. Да? Ага, здоровый кабан. Здоровый, ух ты! Вот это да! Вот это змеюка! Уа! Нормальный. Нормальный. 5 кг.
5 нет, но 3,5 железа. Да, нормальный такой, серьезный зверь. Ну-ка. Кому, знаешь, ох, ничего себе. Ходуном. Ну-ка, давай. Будем смотреть, кто там есть. Да, вот так только крупный далеко утаскивает. Вот, ага. Смотри, ох ты! Ни хрена себе! Вот это 5! 5! Да такой же он, брат родной. Смотри, какой длинный. 5, я тебе говорю, 5. Смотри. Они одинаковые. Длинный, длиннее, я тебе говорю, длиннее. Этот светлее, этот темнее. Смотри по хвостам. Смотри, длиннее. Ой, красавец. Но этот тонкий, да? Такой более. Вообще. Хороший змеёк. Не леска миллиметровая изо рта. Как будто сам поймал. Это 100% даю, потому что он, видишь, вверх тоже натянутый. Ну, видишь, да. Вот крупный змей, он, видишь, камыши не лезет, остается на воде. Умный, нифига там. Что? Подожди, там и зацепы кто-то есть, походу. Тащи. Стежков ты ему точно не вытащишь. За что-то перепутал там. А ну-ка, шевелится, нет. Ну, сейчас кто-то дергался там. И зацеп. Мертвый-мертвый. Да, змей есть точно. И зацеп тоже есть точно. Ныряй, короче, раздевайся. Вода теплая, серьезно? Все, я за ним не нырял. Офигенно. Я за самами нырял вот так. Блин. Ну это жизнь. Блин. Ну он, видишь, видать, вокруг чего-то там обмотал. И вот так ныряешь по леске раз, короче, сама за челюсть берешь и леску обрезаешь, и потом сама. Там змей тоже хороший сидит, крупный. Ну, почти все, оторвай. Ай, блин. Такую леску попробуй еще оторви. А ну-ка, может, распутает, выведет куда-нибудь. Ну-ка, выводи давай. Ну, здесь коряк не должно быть, это скорее всего выйти. Камыши, камыши. Ой, сеть какая-то. Да, блин. Сеть старая. Сеть? Он зубами в нее вцепился. А, точно вижу. Ничего себе, он схватил сетку. Выплюнь, дурак. Блин, ее еще хрен отцепишь. Смотри, как зацеплено. Мощно. Сеть-то еще, да, тряпичная. Я же говорю, фиг отцепишь ее. Нет, не сойдет точно. Что, назад отпустил? Там заберем. Сюда соберем. Блин, грязная. Ну нихера он зубами вцепился, блин. Зачем ему это надо было, интересно? Подвязан. Есть. Контент. Вон туда, в этот камыш, вот тут прям. Фу. На камень смотри, или что это? А нет, труба это. О, смотри здесь, смотри, смотри, здесь тоже кто-то есть. Который сеть погрыз. Да, не, это мы достаем того, который сеть. Зацепился, мы же его назад отпустили. Слушай, он опять зацепился за что-то. Ну а там уже не за что больше цепляться. Ну не за что, а зацепился. Блин, вот зря ты его назад скинул. Не, вышел. Только за камышью. Глубоко заглотил тоже. Вот он неплохой.
Угу, тоже вверх натянул. Вот змей всегда вверх, сом всегда вниз. Можно уже по поклевке определять, кто попался. Есть? Да, конечно, есть. Как подумал, но здесь мелкий. Блин. Какой вам еще надо лучше? Для змея. Димон, вот смотри сюда. О! Где дела? А, я же сказал больше 4. Давай $100. Ты сказал больше 5. Нет, я сказал больше 4. Вот, видишь, какой у меня глаз алмаз. Три восемьсот. Вот тот такой. А вот этот где-то 2,5, значит, трешка. Трешка есть. 3 ровно где-то примерно. Смотри, глаз алмаз. 2,800. А? Трешка ровно. Ну-ка, вот это. Да, это 1,2 кг. Кило 400. Вот это нам. $830. Пойдет. Никакой личной жизни. Рыбу почистить, рыба не дает. Че там, гигант? Нет, тут вот что-то цепляет. Чуть-чуть покрупнее, чем те. Все предыдущие. Бармалечик. Светлый, смотри, губы светлые. Такой же. Ты лучше сними, когда его скинешь, одежду свою. Ой-ой-ой, какой чопик. Вот это вот вообще. В общем, сейчас вечереет, я собрал несколько закидушек, буду расставлять их по окошкам вот этим, которые здесь в камыше вытоптаны вот так вот. Там дальше сразу с берега глубина такая приличная. Вот я их поставлю здесь, закормлю и посмотрим, что на закидушке будет брать, потому что пока что сазан только мелкий идет. Еще ни одного такого приличного экземпляра не взял. Поэтому буду пробовать сейчас на закидушке. Вот здесь одну поставлю и во втором таком же окошке вторую. Здесь же закормлю нормально. Глубина здесь сразу 7 метров, наверное, идет. Прям под берегом. Ну и все. Ну, наверное, это вы уже увидите в следующей серии, как я на это все буду дело рыбачить. Потому что сами видели, какая рыбалка. Наснимал уже очень много. Все в одну серию, как всегда, не влезет у меня на таких мощных рыбалках. Поэтому эту серию я закончу.
А продолжим в следующей. Что значит в следующей серии, вы увидите. На донке рыбалку. Все то же самое, то, что мы до этого рыбачили, тоже продолжим. Плюс еще я поставлю поставушки на амура. Парочку, да, Чопик? И вот такой вот, в общем, будет следующая серия. Все, вам всем спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели. За ваши комментарии огромное спасибо. Как всегда говорю, все читаю. Спасибо за ваши пожелания и все такое. Сами знаете, кто писал. Вам огромное спасибо. Ну все, до следующей серии. Всем пока-пока. Увидимся на следующей рыбалке здесь же, в этом обалденном месте. Я уже понял, что не зря сюда приехал, обдирая свою машину об кушары. Ну, вы сами, впрочем, все это видели. Все, всем пока-пока. Кого ты там ловишь? Что там? Ящерица, наверное. Ящерицы, мышей много здесь бегает. Да кого ты там видишь?